Оренбуржье свой выбор сделало. Сегодня областной избирком озвучил предварительные итоги голосования. Начнем с явки. Она в регионе составила 60,9%. Самым активным оказался Зато-Комаровский. Здесь избирательные участки посетили 78,36% избирателей. На втором месте Шарлыкский район. А вот восток Оренбуржья снова в аутсайдерах. В Октябрьском районе Орска явка 53,31%. Впрочем, члены избирательной комиссии подчеркивают, что для восточной столицы региона это более чем внушительно. Ведь на предыдущих выборах она колебалась в районе 30. Что касается кандидатов в президенты, здесь картина мало отличается от общероссийской. Владимиру Путину свои голоса отдали почти 73% жителей области. Павлу Грудинину 15,5%. В тройке лидеров Владимир Жириновский с цифрой 6,76%. Ксения Собчак на четвертом месте. В целом избирком назвал состоявшиеся выборы в регионе открытыми, доступными и прозрачными. Серьезных нарушений не было зафиксировано, хотя жалобы поступали. Не было ни одного нарушения, которое бы влияло на волеизъявление избирателей. Большинство заявлений и обращений было связано с техническими вопросами проведения голосования сейчас. Были обращения, автобус подвозил. Да мы, я объявлял до выборов еще, уважаемые главы муниципальных образований, муниципальное образование, пожалуйста, открыто и гласно сделайте график движения автобусов по отдаленным там и другим населенным пунктам, особенно в сельской местности. Там один сельсовет, а там 5 деревень вокруг. Те обращения, которые поступали, они в 90% случаев не подтверждались. Выводы избиркома поддерживают и иностранные наблюдатели, которые весь день курсировали по избирательным участкам. Наша миссия считает, что выборы прошли открытыми, гласными, легитимными и в соответствии с выборным законодательством Российской Федерации.